За ликвидацию аварии награды от имени областной власти. Грамоты обладминистрации вручили специалистам, принимавшим участие в устранении ЧП в парке «Дубовая роща». Были отмечены спасатели, сотрудники водоканала и других коммунальных предприятий. По мнению руководителя региона, всем профильным службам и городской власти необходимо сделать выводы из этой ситуации, чтобы впредь не допустить беды. Вывод первый. Нужна полная схема, просто архивный отдел, который бы наличествовал все коммуникации старых, прошлых веков, периодов, чтобы у нас не было методом научного тыка, мы не должны бегать по дубовой роще и искать движение трубы. Это первое и самое главное. И второе, вы обязаны были еще в четверг эту ситуацию объявить чрезвычайной.